все возможные варианты. То есть тут почти, ну, все, без внимания ничего не осталось. И есть техника у нас была сито, пальцы, была сето, а это сято. Ну, можно запутаться, но иероглифы, главное запоминать, смотрите, руки. Или название, да, то есть хватает и бьет. Раз, копакен, два, и удар, три. Все это быстро. Да? Бах, 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 как пинг-пол. Ну, мячик отхватил, а потом попадает сито. Понятно? Сейчас. Захват. Удар. Бах, бах, бах. Очень тяжело среагировать, потому что здесь и здесь. Вполне вероятно, что можно последовательность поменять, но в любом случае блок первым идет. Еще удар. Можно ударить потом сюда. Но лучше, посмотрите, как будто бы рука отскакивает отсюда. Отскочила сюда. Отскочила сюда и тут же нога сюда. Бах, бах, бах. Понятно? Вся двигательная база вам уже знакома, это уже техника, слава богу, задействует уже. Поэтому уже все однотипно, только меняются вариации использования и все.